Важно из новостей отметить, кроме всего того, что сегодня будем в ходе эфира обсуждать. Ну, во-первых, Комитет Государственной Думы вносит изменения. Сейчас это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают повышение штрафов. И тут, внимание, за несоблюдение закона о мобилизации. Это важно. Поправки дополняют законопроект об увеличении штрафов за нарушения в области воинского учета, который был внесен в Нижнюю палату еще в феврале 2019 года. Что предлагается? Здесь поправки касаются изменений в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. В случае неявки гражданина по повестке в военкомат без уважительной причины штраф предполагается увеличить с 3000, внимание, до 50 тысяч рублей. Уважительными причинами считаются заболевания или увечья гражданина, а также тяжелое состояние здоровья близких родственников, это родители, родные, сестры, братья, бабушки, дедушки или усыновители, и участие их в похоронах. Эти факты должны подтверждаться документально, к причинам могут отнести и препятствия, возникшие в результате непреодолимой силы. Будьте внимательны, следим за принятием этого законодательного акта. Помним, что теперь повестки будут присылаться через сайт госуслуги, и сам факт того, что вы открыли, посмотрели, уже будет означать то, что вы получили повестку, и если вы не явились, вот могут наступать такие последствия. Еще. Сейчас стали известны